Сегодня на обзоре мы будем рассматривать Smart TV от молодой международной торговой марки Kiwi, основанной в недалеком 2016 году в Нидерландах. Яркий тому пример – практически безрамочная модель диагональю 43 дюйма смарт-телевизора 2021 года. Несмотря на то, что до конца текущего года остались считанные дни, данная модель не перестает активно набирать обороты продаж, становясь все более и более популярной, подкупая доступной ценой, весьма неплохим внешним видом, тонкой рамки черного цвета и, конечно же, качеством не только сборки на одном из заводов Китая, но и реалистичным изображением, вводя на экран максимально допустимое разрешение 4К. Ключевую роль в этом процессе играет 10-битная матрица, способная отобразить нашим глазам более миллиарда разнообразных цветов. Чтобы картина получилась максимально яркой, производитель оснастил подсветку матрицы большим количеством LED-диодов. Такой показатель даже при яркой освещенности помещения не станет помехой для просмотра видеоконтента. А высокий уровень контрастности, гармонично балансируя между темными и светлыми участками происходящего действия на экране, порадует даже тех, кто привык обращать внимание только на самые легко узнаваемые марки TV. Одной из важных характеристик, определяющих качество изображения, является время отклика, то есть необходимое время для изменения яркости пикселя. В нашей модели этот показатель на достаточно высоком уровне, что как для бюджетного сегмента большая редкость. Данный размер телевизора отлично подойдет для просмотра контента в 4К разрешении от минимальных 1.5 до максимальных 3 метров. Также производитель изрядно постарался над созданием задней панели, где очень важную роль вдоль пластикового корпуса играет 6 промежуточных решеток, призванных охлаждать подсветку матрицы, а также ряд других жизненно важных элементов для работы прибора. Вес модели распределяется на две дюралевые ножки, задача которых не только удерживать TV, распределяя нагрузку, но и гасить вибрацию звуковых волн с помощью плоских силиконовых подушек от расположенных по бокам за решеткой двух динамиков суммарной мощности 12 Вт всемирно известного японского бренда JVC. Чтобы убедиться, насколько это соответствует действительности, давайте прослушаем видеотрек через динамики технологии объемного звука Dolby Digital. После услышанного могу смело сказать, компания реально постаралась над акустикой, даже TV именитых торговых марок с ценником на порядок выше не всегда дают такого результата. Работает смарт-телевизор на операционной системе Android TV 9.0, за производительность которого отвечает 4-ядерный процессор, оснащенный 1.5 ГБ оперативной памяти. Открыв главное меню рабочего стола, вы обнаружите ряд уже установленных приложений. К примеру, Netflix – это стриминговый сервис, способный порадовать огромной коллекцией фильмов, мультфильмов и сериалов даже самого капризного киномана. Правда, есть одно но – для просмотра интересующего контента нужно купить подписку, она стоит денег и, поверьте мне, немалых. Мегаго – это, конечно, не Netflix, но и здесь можно найти любой по жанру фильм, мультфильм и сериал. Выбрав более подходящую по стоимости и количеству каналов подписку, вы сможете погрузиться в мир интерактивного телевидения, где можно просматривать каналы не только в прямом эфире, но и в записи. Следующее приложение – Kiwi Media. Разработано для бесплатного доступа к большому количеству каналов цифрового формата, значительная часть которых транслируется в HD-качестве, и это все, как утверждает производитель, работает и будет работать бесплатно на постоянной основе. Также в данном сервисе собрана подборка бесплатных видеороликов по уходу за телом. Если вы ведете здоровый образ жизни, данный контент точно придется вам по душе. И это далеко не все. В данном приложении собрано порядка 200 самых популярных игр с шикарной графикой и отменной детализацией объектов. Для их запуска вам нужно всего лишь докупить Bluetooth геймпад, совместимый с операционной системой Android. Также здесь имеется небольшое количество абсолютно бесплатных фильмов разных жанров, а это значит, каждый сможет найти для себя все, что ему нравится без либо какой оплаты. Prime Video, так же как и Megogo, является платным сервисом с похожим содержимым. YouTube Music – это подкаст полноценного YouTube с подборкой музыкальных треков. О самом YouTube рассказывать особо нечего, наверняка все и так знают, насколько это крутая поисковая система видеоконтента для всех возрастов. Google Play фильмы. Удовольствие не из дешевых, огромная библиотека фильмов разных жанров стоит денег, причем не вся сразу, а по отдельности. Все вышеозвученные виджеты с помощью пульта можно как перемещать, располагая в более подходящем для себя порядке, так и удалять с рабочего стола, освобождая место для новых приложений. Чтобы вернуть удаленный сервис обратно на рабочий стол или добавить скрытое приложение, нажмите на плюс. Помимо базовых программ, войдя в Play Market, вы окунетесь в мир полон бесплатного контента.
А 8 ГБ памяти для хранения данных позволят без труда установить на устройство большое количество интересующих вас приложений. Чтобы удалить с устройства нежеланный сервис, нужно зайти в настройки и выбрать раздел приложения. Опустившись ниже, перейдя в настройки устройства, вы сможете получить информацию о модели, менять дату и время, устанавливать таймер на отключение телевизора, выбрать подходящий вам язык и многое другое, в том числе и регулировать параметры изображения. В режиме бездействия телевизор автоматически выводит на экран красочные картины с отображением текущего времени. Также данная модель поддерживает технологию Chromecast, давая возможность выводить на большой экран абсолютно любой контент с вашего смартфона. Сам же пульт управления, имея небольшую форму, оснащен минимальным количеством кнопок, основными из которых, как на мой взгляд, является кнопка голосового помощника Google Ассистента и кнопка превращения пульта в указку, нажав которую один раз. Пульт превратится в волшебную палочку, перемещая курсор по экрану, упрощая таким образом выполнение многих задач. А вот чтобы управлять голосом, нажмите соответствующую кнопку и, следуя подсказкам, пройдите несложный этап настройки. После чего, однократным нажатием кнопки без удержания, вы можете запрашивать абсолютно любую информацию. Давайте проверим, как это работает. Погода в Париже. Сейчас в Париже 8 градусов, облачно с прояснениями. Расстояние от Земли до Луны. 384 400 километров. Питается пульт от входящих с ним комплект двух мини-пальчиковых батареек. А вот коннектится с телевизором при первом запуске за счет инфракрасного порта, после чего, следуя подсказке на экране, синхронизируется посредством Bluetooth-соединения версии 4.2. Грамотное расположение портов и интерфейсов в боковой и нижней части панели, приобретая отдельное крепление, позволит закрепить TV на стену с помощью четырех резьбовых отверстий, прижимая корпус максимально плотно к стене. По-прежнему главным является гнездо антенного входа. Его задача обеспечить вас сигналом как с антенны, так и кабельного провайдера с поддержкой самых популярных форматов. При этом угол обзора составляет 178 градусов. Такой показатель позволит смотреть каналы без искажения, даже если вы находитесь сбоку экрана. А специальная технология Upscaling всегда улучшит качество канала до максимально возможного разрешения. Далее следует мини-композитный аудио-видео выход. Предназначен он для подключения DVD-устройства, спутникового ресивера и ряда других девайсов. Коннектится посредством входящего в комплект с TV специальным кабелем. Далее следует три снизу и один сбоку HDMI порта версии 2.0. Их наличие способствует подключению любой игровой консоли, наслаждаясь прорисовкой графики с поддержкой HDR, где детализация объектов становится максимально реалистичной, давая возможность прочувствовать уйму приятных эмоций, становясь одним целым с главным персонажем своей игры. Последующие два снизу и один сбоку USB порта версии 2.0 способны с помощью встроенного медиаплеера через флеш-накопитель или жесткий диск воспроизвести видео или аудиоконтент с поддержкой самых популярных форматов. Оптический порт, как и встроенный в TV Bluetooth версии 4.2, предназначен для использования внешней акустической системы. Подключить интернет можно как через порт локальной сети, так и двухдиапазонный Wi-Fi приемник. C-порт предназначен для подключения к модулю вместе с картой доступа. Вблизи него расположен выход под наушники 3.5 мм. На панели корпуса расположен зажим для кабеля блока питания. Потребляемая мощность телевизора составляет 70 Вт. Подведя итоги, меня как обзорщика модель стоимостью 470 баксов своей работой очень порадовала. А вот насколько она радует или печалит вас, пишите в комментариях под видео. Таким образом вы поможете сделать выбор тем, кто этого еще не сделал. Также не забывайте ставить лайки, а подписавшись на канал, обязательно жмите на колокольчик. С вами как всегда был Леонид, всем пока-пока!